Друзья, всем привет! С вами Леся, и сегодня хочу вам показать свой интернет-заказ из магазина RevGush. Здесь будут акции, подарки, в основном уход и один декоративный продукт. Заказ небольшой, но для меня очень нужный. Я специально ждала, когда у Freshline будет снова акция. И также хочу вам сказать, если вы любите косметику Freshline, если не любите, попробуйте. Мне не все серии у них нравятся. Вот эти вот фруктовые, химозненькие, более бюджетные, мне абсолютно не нравятся. Но есть то, что для меня просто бестселлер, я постоянно покупаю. И ждите, у них постоянно проходят акции, раз в месяц так точно, а то бывает и два раза в месяц. Подарки меняются, то есть они не всегда одни и те же, и это тоже очень здорово. Поэтому я целенаправленно ждала, когда у Freshline снова будет акция, потому что я еще прошлые продукты, которые покупала по акции, недоиспользовала, но мне нужно было. Во-первых, мне нужен был крем от Freshline Океанида, и я его купила. Во-первых, потому что на Freshline была акция, клиентский день, минус 50%, это очень выгодно и здорово. И серия Океанида моя любимая, и я ее постоянно покупаю. Последнее время не покупала, потому что у меня была проблема с аккаунтом RevGush, я уже говорила, его там заблокировали, я там удалялась, устанавливалась. Ну, короче, сейчас вроде бы все хорошо, и я могу делать снова заказики. Я, конечно же, заказала шикарный крем. Он, кстати, позиционируется как для сухой кожи. У меня кожа не сухая. Она у меня жирная, ближе к нормальной. Здесь у нас активные компоненты водоросли и яблоко, экстракт коралла, морская вода. Очень классный запах, просто какой-то невероятный. Цветочно-водный, но он не свежаком пахнет, а такой сладостью, нежной. Обожаю этот крем. Я очень много раз покупала и этот крем, и крем для глаз, и сыворотку Океанида. Просто обожаю. На протяжении долгих лет это для меня самый лучший продукт. Стоимость его 2354 рубля. Вот, снова взяла. Я там заканчиваю кое-что. Ну, хочу покупать, не хочу поиски с кремами для лица, я уже говорила об этом, мне это сложно, в плане того, что мне вечно все не подходит, не впитывается, там то липкое, то жирное, поэтому ну зачем, если все хорошо, можно купить любимый крем. Это стекло, в общем, все как нужно, смотрите, как красиво, здорово. Много лет уже покупаю, друзья, как-то я попробовала какой-то крем для лица, вообще не Океаниду, от Freshline в пробнике, мне очень понравилось, и я стала покупать именно Океаниду почему-то, ну не знаю, но мне подошло. Вообще вся серия шикарная, просто шикарный, люксовый, дорогой уход. Дальше, что я еще решила взять, крем для тела, стоимость его 1740 рублей, но это я уже говорю, да, с учетом того, что была акция минус 50%. Это у нас Кассандра. Именно Кассандру я не покупала в таком формате. То есть у меня есть гель для душа. У меня как-то даже был водичка Кассандра. У меня молочко для тела было. Но я не хочу покупать молочко, потому что оно идет в стеклянные банки без дозатора. Его оттуда добыть просто нереально. Невозможно пользоваться. Именно из-за формата. А здесь банка, значит, у нас тут ваниль, мед и гераниум. Единственный минус у серии Кассандра лично для меня, то что там есть блесточки. Но запах просто невероятный. Какой-то такой, ну, непередаваемый. Какие-то, мне кажется, ромашки, мед, какие-то луковые цветы, какие-то травки. Ну, это просто волшебство. И я решила, что я себе возьму этот крем, уже ладно. Тут, кстати, видно эти блесточки, они достаточно крупные такие, видите? Мне кажется, видно. Ну, видно, да, видите? Но я уже думаю, ладно, наплюю на эти блесточки,
потому что, ну, очень хочу этот аромат вдыхать, очень хочу пользоваться шикарным продуктом. Мне уже, честно говоря, надоело покупать какое-то молочко, какие-то лосьоны для тела, потом их выбрасывать. То, даже если они выбрасывают, то мне не нравится запах, а цена была кусачая. Ну, в общем, я решила возьму то, что точно мне понравится. По запаху, во-первых, и... Смотрите, это стеклянная банка, она просто тяжеленная. Если ей удариться, уронить на ногу, вы себе сделаете просто перелом. Посмотрите, какая красивая банка. Ну, это просто, это шикарно. Фрешлайн – это шикарная марка. Вот это у нас серия, кстати, Royal Beauty. Royal Beauty – хорошая серия, мне она нравится. Так, а что еще я приобрела? А, подождите, о подарке. Подарки дарили от 3000, но у меня, конечно же, здесь больше, чем на 3000, даже больше, чем на 4000 фрешлайна, 4 с копейками, да, но я не хочу покупать, лишь бы купить. Я, если уже участвую в акциях, покупаю что-то, я для себя это уже давно решила, я покупаю то, что только... Хочу, и оно мне нужно. Не для того, чтобы добить до цены и купить какой-то ненужный продукт. Этого я не хочу делать. Если покупать, то покупать то, что хочешь. И подарки от 3000 давали. Вот такие вот подарочки. Это мини-форматы Клео, шампунь и кондиционер. Шикарный аромат. Здесь по 30 мл, конечно, всего ничего. Но запах этой серии просто невероятный. Если вы не пробовали, попробуйте. У меня есть спрей Клео, я покупала. Ну, вот такие вот мини-форматики тоже с большим удовольствием использую. Чисто больше мне нравится по аромату из-за запаха, потому что он какой-то такой, ни на что не похожий. Опять же, какой-то цветочно-растительный, сладковатый. Ну, так вот описываешь, вроде бы ничего необычного. Но вот когда его вдыхаешь, это нечто. Я знаю, что для многих серия Клео – это бестселлер, во-первых, из-за аромата. И также дарили вот такую вот маску. Ночная для лица против морщин. Но, ну, я вот не знаю, они называют эти вещи масками, но по факту это просто ночной крем. Нанести, как обычный крем ночной Гера. Я ее не пробовала, поэтому попробую. Не знаю, понравится или не понравится, но в любом случае приятно попробовать такой мини-формат, достаточно большой, 15 мл. Кстати, я даже посчитала стоимость. Так, что ж фокус уходит? Ой, у меня там все падает, наверное, разбилось. Я, кстати, посчитала стоимость подарков. Да, они маленькие, не особо прям дорого вышло, но все же. Шампунь оценивается в 144 рубля, кондиционер в 238 и крем $318. Все целенькое. Ну, в общем, подарков вышло на 700 рублей, ну, что тоже неплохо, да, как бонус, с учетом того, что я купила то, что мне реально нужно было, любимую марку, обожаю фрешлайн, вообще просто безумно. И я вам советую, если вы хотите начать знакомство с фрешлайн, начинайте с вот этих дорогих линеек, потому что если вы начнете знакомство с более бюджетных линеек, ну, вы не будете впечатлены, на мой взгляд. Ну, мне вообще не нравится. Я то, что мне попадалось из бюджетных линеек, я даже использовать не могла. Они прям очень химозные. А вот эти вот Royal Beauty, есть еще у них другая серия, тоже из дорогих, но чуть-чуть дешевле, чем Royal, тоже шикарно. Ладно, давайте дальше. Что я еще купила? Так, то, что, наверное, не поместится в кадр, давайте я вам покажу. 147 рублей ватные паты, ну, грубо говоря, ватные диски от Миша. Я такие уже покупала, они классные, толстенькие, мягенькие, поэтому решила повторить. А то у меня одна упаковка ватных дисков осталась, и ну, вот будет еще. Так, дальше, что еще? Купила себе любимый бальзам от Gourmandise, 331 рубль. На этот раз у меня насыщенный бальзам на основе масел виноградных, косточек, карите и какао. Шикарная вещь. Очень приятно пахнет. Здесь какао масло почти не чувствуется, потому что
виноград, как-то запах винограда его перебивает. Я очень много и часто покупала именно желтенький такой бальзам, и сейчас им пользуюсь, но нужно менять немножко. Этот абсолютно не хуже, и сейчас мне даже его хочется больше, чем тот, чем у меня есть, потому что, ну, как бы все равно перенасыщение запахами, но есть. Он быстро уходит, он такой жирненький, маслянистенький, тающий на губах, шикарно ухаживает за губами. Очень люблю, уже покупала не первый раз его тоже, поэтому, да. Еще я решила приобрести бальзам для губ от Кадали, стоимость его 1087 рублей, здесь 7,5 миллилитров. Кстати, не забывайте, друзья мои, в коробочках здесь у нас находится такой код, я уже свой активировала, который вы можете активировать на официальном сайте Кадали и получить баллы. Допустим, за этот бальзам дают 10 баллов и копить их. Также за покупку на сайте официальном Кадали дают бонусные баллы, на день рождения начисляют. Ну, в общем, можно подкопить и брать хорошие подарки. Просто сейчас я достаточно давно не делала уже заказов, года 3, наверное, на официальном сайте Кадали, но одно время я прям делала часто. Но у них как бы сейчас пороговые суммы до подарков большие, какие-то сэмплы не очень щедрые, ну и как-то мне проще, наверное, было купить просто в других сторонних магазинах. Ну и, честно говоря, Кадали давно не покупала, но вот вспомнила, и это достаточно новый такой бальзам. В тюбике он не так давно вышел у них, и я захотела попробовать. Это восстанавливающий бальзам для губ винотерапист. Очень красивый такой, вот знаете, лаконичный тюбик, он маленький такой, компактный, стильный. Ой, упаковка просто потрясающе пахнет, так что вот такой вот у меня еще бальзамчик будет новый. Так, практически все показала, кроме карандаша для глаз, и это у меня в оттеночке Purple, не свочила, ждала вас. Карандаш стоит 498 рублей, это Revolution, Makeup Revolution. Хочу с вами посвочить. Вот такой вот, конечно же, гелевый, что туда попало, кусочек пленочки. Я распечатывала, но ничего не нюхала, не тестировала. Давайте посвочим. Я пользуюсь только гелевыми карандашами, потому что они яркие, ими легко работать. Он очень мягкий, очень красивый. Такой вот карандаш. Он не неоново-яркий. Яркий, но, знаете, не неоновый какой-то цвет. Я думаю, что, в принципе, если вы любите цветные карандаши, вам понравится. В общем, решила взять его, использовать в макияжах. Я думала, честно говоря, что он будет более какой-то яркий, немножко более креативный. Хотя для кого-то может и это креативно. Ну, такой вот фиолетовый карандашик. Будем пользоваться. По нанесению сейчас на руку максимально мягкий, нежный, приятный, хорошо рисует. А там в деле посмотрим. Значит, я использовала промокод на минус 1500 рублей. Он действовал от 6000, потому что здесь у меня заказано на 6 копейками, да. Я использовала этот промокод, у меня прошла скидка на 1500, и я за все заплатила 4657 рублей. Понимаете, да, 1500 скидка, плюс 700 рублей у меня подарки, то есть уже выгода получилась очень-очень хорошая. Плюс я и так по скидке купила Fresh Lands 50%. Очень для меня выгодный и нужный заказик. Хотела с вами поделиться. И на этом все. Всем спасибо, всем пока.